Встречи Порошенко и Путина в Париже не будет. СМИ, главы государств могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет. Президент Петр Порошенко 10-11 ноября примет участие в мероприятиях в рамках Парижского форума «Ради мира» по случаю столетия перемирия в Первой мировой войне. В рамках визита Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Отмечается, что они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет. В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, сообщили в администрации президента. Также Порошенко примет участие в круглом столе «Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем». Напомним, ранее в Париже планировалась встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом, но по просьбе руководства Франции ее отложили до саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце месяца. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.